Здравствуйте. Сергей Демиденко, Старая школа здоровья, массаж Костоправа. Сегодня мы знаем огромное количество самых разных массажей, однако это не всегда было так. Точнее, массаж существовал всегда, еще со времен древнего Шумера, древнего Египта, уже известны и описания массажей, и даже картинки, показывающие некоторые его разновидности. Однако те старые виды массажа довольно серьезно отличаются от того, что мы сегодня имеем в наличии. И чтобы проще было понять, что я имею в виду, да, мне кажется, стоит привести цитату из классического трактата греко-персидской медицины, известной нам в Европе как медицина Авиценны, трактата, который называется «Юсуфова медицина», Тибби Юсуфи, Юсуф написал вот этот учебник, написана книга в 1500 году, и до сих пор известно, до сих пор применяется и используется в рамках той самой греко-персидской медицины, которая, как оказывается, до сих пор существует в таких странах, как Персия, то есть нынешний Иран, например. И вот туда, в ту восточную сторону. Так вот, что Юсуф писал о массаже. Массаж бывает шести видов. Грубый и шероховатый, гладкий, поглаживающий и скользящий, твердый, мягкий, малый по количеству, большой по количеству. Шесть видов. Грубый и шероховатый массаж рассасывает излишки в организме, вызывает покраснение кожи лица, дает полноту, так как притягивает кровь к поверхности тела. Скользящий массаж вызывает покраснение лица и дает полноту телу, но не в такой степени, как шероховатый. Твердый массаж укрепляет члены и рассасывает излишки и вредные вещества. Мягкий массаж расслабляет и ослабляет члены, а рассасывает очень мало. Массаж большой по количеству хорошо рассасывает излишки, малый по количеству рассасывает незначительно. Что значит массаж шероховатый, массаж грубый и так далее? Это ощущение человека, которого массирует массажист. И это те ощущения, которые возникают в ладони массажиста при растирании, при массировании тела человека. Это то самое, о чем мы говорим в рамках массажа Костоправа. То есть, чем сильнее мы надавливаем ладонью на кожу, чем больше сцепление ладони массажиста с кожей клиента, тем сильнее трение, тем более шероховатый массаж. Скользящий массаж, в свою очередь, это массаж с большим количеством масла, с одной стороны, благодаря чему трение уменьшается, либо массаж более легкий и щадящий, благодаря чему трение тоже уменьшается. То есть массаж Костоправа, он развивает те старые традиции, и именно этим он отличается от современных видов массажа, где упор делается на технические особенности, а о принципиальных особенностях забывают. Именно поэтому мы и говорим, что мы развиваем старую медицину, старые принципы. Сергей Демиденко, Старая школа здоровья.